Всем привет! Производство несет не только практическую пользу, но иногда и эстетическое удовольствие. Сегодня как раз увидим процессы, от которых трудно оторвать взгляд. И сейчас наблюдаем за работой станка, который производит специальные крючки. Возможно, кто-то сталкивался с такими крючками в своей работе. Они используются для подвешивания растений в промышленных тепличных комплексах. Далее многофункциональный станок StepCraft 2600. Он умеет работать с деревом, пластиком, оргстеклом и, конечно, с металлами. На видео процесс работы с алюминиевым сплавом 6061. Знаете ли вы, что в одной только Германии каждый час выбрасывают примерно 320 тысяч бумажных стаканчиков? Пополнять их запасы – задача вот таких систем. Модель на видео способна выдавать до 150 стаканчиков в минуту. Убрать ржавчину, жир и краску, обработать сварные швы или очистить пресс формы – все это по силам аппаратам лазерной чистки. Разработчики техники отмечают, по сравнению с химическими способами или пескоструйной классикой, лазер экономичнее и не вредит экологии. На очереди производство заготовок под стальные анкеры. В деле система для измельчения мяса. Сегодня они стали более интеллектуальными и предлагают самые разные варианты нарезки. Поумнели и производство кормов для животных. Благодаря новым технологиям кусочки удается делать все более аппетитными, однородными и без значительных расхождений по весу. Далее на очереди формовочная машина, которая незаменима для производства самых разных деталей, например, автомобильных. Благодаря специальной системе настройки она гибко адаптируется к задачам. Самое современное оборудование для производства пружин, уверены разработчики данного шестиосевого станка. Вот такая веселая карусель помогает резать блоки пенополиуретана на листы толщиной от 5 мм.
Переходим к работе с металлической проволокой на 2,5 мм, которую необходимо выпрямить и нарезать. А вот так выглядит деление фарша на порции. Специальная система обеспечивает скорость до 200 резов в минуту и следит за точностью граммовки. Перемещаемся на производство шариковых подшипников. Эта автоматическая система отвечает за загрузку шариков. Заходим на фабрику по производству тканей и пройдем с одного ее конца, в котором лежат тюки с сырьем, до другого, в котором уже лежит готовая продукция. Панкейк – привычное жителям многих стран блюдо, без которого не обходится завтрак. Чтобы угнаться за спросом, нужно наращивать производство. Представленная система делает панкейки со скоростью около 21 600 штук в час. Не менее популярны и яйца. Эксперты высчитали, что к 2035 году их потребление в мире увеличится в 1,5 раза. В промышленности активно используется вот такая техника для разбивания яиц. Она помогает, например, производителям майонеза и других соусов. К теме еды нас возвращает этот станок, представленный на выставке «Галфуд». Пора внести в выпуск побольше красок. Их аккуратно разольет по банкам вот такой механизм. С каждым шагом этот процесс становится все ответственнее. Прежде чем попасть на прилавки, этой колбасе посчастливилось встретиться со слайсером от компании Weber. Он свою работу делает безупречно.
Данная машина делает ёршики для унитазов. Интересно, что производитель отмечает. На ней же можно делать и гигиенические щетки. На очереди фармацевтический завод и работа его упаковочных машин. Производитель предлагает несколько вариантов. К примеру, BMR-270 обеспечит скорость в 600 блистеров за минуту. А вот так печатают на воздушных шариках. Машина не только наносит по трафарету рисунки и пожелания на выбор, но и сама надувает изделия. Как думаете, сколько коробок в минуту заполняет вот такая система? Пока идут расчеты, немного о преимуществах. Система умеет работать с банками, блистерами, тюбиками и прочим. Контроль облегчается за счет панели с сенсорным экраном. А правильный ответ – до 120. На экране система, позволяющая работать с украшениями. Она аккуратно вставит и зафиксирует стразы или настоящие камни в ожерельях, кольцах, сережках и прочих аксессуарах. Так трудится промышленный листогиб. Представленная модель умеет работать со сталью толщиной до 2,5 мм. Довольно трудоемкий и не допускающий ошибок процесс, но результат того стоит.
Когда необходимо извлечь вырезанные лазером стальные детали, на помощь приходит мастер с вот таким инструментом. На очереди японские сладости, вдохновленные узорами кимоно. Не менее интересен и процесс работы с горячекатанной сталью. На видео делают огромную пружину для крупного поставщика подводного нефтегазового оборудования. Тридцать две штуки за 5,2 секунды. Именно с такой скоростью работает эта система производства защитных колпачков для шприцев. Отмеченные наградами кухонные ножи, указывает производитель. Интересно, на какой же кухне могут пригодиться тесаки, способные на такое? Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете.